Алексей Дмитриевич, что вы по поводу предложения инженера Щербина. Да погодите, некогда мне заниматься вашим Щербиной с его предложениями. А, приветствую вас. Здравствуйте. Пожалуйте-ка ко мне. Силыч, ты чего? Да вот, подписать некому. Бюрократы, дайте мне. На. А ну-ка, Иван Васильевич, зайди-ка ко мне. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. На вот. Полюбуйся. Опять Рудник коммунист нам нос утер. Так ведь мы же с перевыполнением. Где? Слушай, я не люблю, когда мне наступают на пятки. Да ты смотри, какое у тебя рудное поле. Какой массив. Вот, вот, вот. Так там же бедные руды, на них далеко не уедешь. Там эти, как их... Джеспелит. Я же сказал, чтоб не... Петро. Петро. О, Петро. На чертяка я... Подавишь, дьявол. На, на вот. С отличием. На Октябрьскую. Вот. Вот кого тебе не хватало. А ну иди сюда. Иди. Иди. Смотри, какой массив. Хорош. Ну, вот теперь-то я за вас спокоен. Да, кстати, ты знаешь, отца сегодня провожаем на пенсию? Да? Ты обязательно заходи. Ну, идем, поговорим. Давай, давай, давай. Товарищи, а кто первую тачку руды выбрал на нашей шахте? Дмитрий Железняк! А по чьей системе мы руду берем, товарищи? По его. Берем и брать будем. И вот сегодня, провожая на пенсию, так сказать, на заслуженный отдых дорогого мастера, мы говорим ему: отдыхай спокойно, дорогой товарищ. Лови рыбку, водись с мчатами. Но твои сиденья, твои, так сказать, годы. Годы. Сидели.
к заладе. Может, ты еще скажешь, что железняк по дряхлости на пенсию уходит? Не по дряхлости, а потому что вон. Смотри, глаза мои, руки мои. Силыч, а? Дай-ка карбидку. Ну, перед тобой, сын, дорога ясная. Бери подарок, мой зять. Тебе многие версты под землей мерить. Руки, да это лампа, вот и все, что было у меня раньше. Может, она и неказиста на вид, но светит ярко. Бери. Куда лезешь? Надюша. Что? Надюша, говорю. А тебя-то как звать? Черемуха. Что-что? Василь Черемуха. Какая у тебя цветущая фамилия? Видать, новенький. Да ведь как знать? Черемуха! Иду! Кого кричать охота, Мантея ждет работа. Она не волк и в лес не убежит. Так что ж ты, милка Надя, идешь совсем не глядя. Что за самодеятельность? Как сердце на веревочке дрожит. Почему не работает? Дали норму. За полсмены? А как же, здесь работает бригада Пантелеймона Гуся. Вот Гусь это я. Но вы же должны были скрепировать с третьего забоя. А там для моих орлов не совсем подходящий климат. Проишачишь день, а получишь... Но там ведь пропадает руда. Да знает он. Берет где легче. Лишь бы проценты, профессор. И что, личные отношения впутываешь ты, цветущая фамилия? Какие отношения? Надюша. За хулиганство и нарушение технологии отстраняю вас от работы. Ясно? Меня? Да невозможно. А ну, браты, пошли из шахты. Да пускай сам поработает. Пошли, ребят. Пошли. А? Ну, пошли. Товарищ Гусь на сегодня от работы свободен. А кого интересует не только длинный рубль, переходите в третий забой. Это верно. Руда там пропадает, но... Да что там говорить, ребята? Пошли! Пошли! Пошли, ребята! Что стоишь? Иди. Видали мы таких. Во! Рвач, лодырь. Но все же он прав. Людей в шахте много, толку мало. Вот и оно. Где этот инженер? Пускай сам курит. А я не буду. Крепить надо. Ты! Бригадир. В чем дело? Да вы что, смеетесь, товарищ инженер? Попробуйте сам. Командовать каждый может. Ну что, дядя? Где начальник участка? Ну я. Куда же вы глядели, черт вас побери? Как запустить забой? Порядки на шахте установлены мною. Я, к сожалению, не могу вмешиваться. Не можете вмешиваться. Тогда освободите место тому, кто сможет. Пожалуйста, вот. Что это? Освобождаю место тому, кто сможет.
Лаками куски охватываем. Проценты гоним. Хищничаем одним словом. Вот во что превратилась Жизняковская система. А почему же вы молчали об этом? Вы грамотный, опытный инженер. А, Петр Павлович, о чем говорить? И я когда-то, так же, как и вы, горячился, доказывал. Но не хватило меня на это, понимаете, не хватило. Спору нет. Жизняки в свое время сделали многое в горном деле. Но сейчас... Извините меня за откровенность. Прошу вас, подпишите мое заявление. Если человек прав, ему никто не закроет дорогу к цели. Слышите? Никто. Спасибо. Благодарить будут вас. Вы даже сами не представляете, всей грандиозности вашего предложения. До свидания. До свидания. Спокойной ночи. Два месяца вы как заговорщики. Ты не спишь? Да, ты права. Это заговор против старых методов добычи руды. Этот Щербина чертовски талантлив. Не ругайся. Нет, нет, именно чертовски. Мы почти отказываемся от физического труда. Открываем путь автоматики. И главное... В три раза сокращаем бессмысленные потери. Ты куда? К Алексею. Ночью? Да, сейчас это все равно. Спи. Конечно, интересно. Щербины, Силыча, опыт других рудников. Так и что ж, нужно новые стволы пробивать. Новые стволы. Дороги подводить, да. Технику менять и да. Людей переучивать. Да, но зато потом, Алексей. Ну, значит, надо время и деньги. Но ведь это же перекрывается потом старицей. Иван Васильевич, зайди. Заходите, заходите. Ну, скоро вы. Ну, ладно, ты иди. Здорово. Здравствуйте. Знакомо? Знакомо. Ну? Как вам сказать? Как вам сказать? Да поймите же вы, в конце концов, что пора покончить с выборочной разработкой. Мы же хороним миллионы тонн руды. Да что ты крохоборничаешь? Хватит нам и нашим детям. Сними пижаму. На. Ведь у нас не рудник, а золотое дно. Ну пойми ты, стране нужен металл сегодня. Мало будет. Мы новые шахты построим и с автоматикой, и с телемеханикой такое завернем. Только с водочки подписывай. Отказываешься? Не могу. Ну что ж, тогда на партком. Постой! Стой, я тебе говорю! Чего ты меня портком стращаешь? Я тебя не стращаю. А я что тебе здесь, по-твоему, в перевыке играю? Я вам кормлю три металлургических завода. Я коммунизм строю, ты хочешь знать? Оно и видно. Ну что ж, в добрый час. Родственничек. Не понимаю таких людей.
Партком? Лукич? Железняк, что? А, здравствуй, здравствуй. Слушай, Лукич, тут мой родственничек пошел на меня жаловаться к тебе. А, да нет, парень хороший, но прожектер. Руду весь ли в белых перчатках собирается добывать? Да нет, я понимаю, что это хорошо. Ну, а план-то он забывает? Что? Объясни ты мне, Лукич, объясни. Ну, хорошо. Так вот, Алексей Дмитриевич, опытный инженер, он эти шахты поднял. Помню, что здесь было. А сейчас рудник перевыполняет план. И вы успокоились. А я думаю, что ты зарываешься по молодости. Да не один же я, Иван Лукич. Выносите на портком. Пусть люди решат. Хорошо, хорошо, посоветуемся. А ты сознаешь ответственность? Миллионное дело. Сознаю. Что? Чего? Опять техника заела. Хорошо. Хорошо, вы ему разъяснили. Разошлись-то как, а? Не ждал, не ну, ждал. Ну так вот, надо бы почаще с шахты народ приглашать. Верно. Партком Рудника поддержал инициативу рабочих шахты «Октябрьская». Новые методы труда дополнительно дадут миллионы тонн руды и значительную экономию средств. Видал? А мне уже тоже сэкономили. Разряд. Ну хорошо, вы меня не понимаете. Но, наконец, партийное это решение. Да ты что, партия, что ли? Мы хотим знать, почему не считаетесь с нашим мнением? Тебя еще мне не хватало. А ведь ты не прав, Алексей Дмитриевич. Дай ему лес. Но ведь у нас же... Да, я говорю. Я посмотрю, что из этого получится. Простите. Да. Почему мне уплатили по седьмому? Ведь я же работал по восьмому разряду. Подпишите. Скрепировать умеешь? Нет. Взрывать умеешь? Ну, нет. Я умею бурить. Ну, вот что. Сдашь тех минимум, получишь разряд. Тогда подпишу. Учись. Нарзанчик пьете? А из-за кого? Из-за кого? Мы же тысячи вынимали из этой шахты. А теперь что мы имеем? Что? А из-за кого? Из-за кого? Ничего не хочу знать. А, какой сюрприз. Какое приятное общество. Новоиспеченный бригадир с будущей супругой. С высоким назначенцем. И с обновочкой. На-на. Идем, Вася, идем. С нами не хотят разговаривать. М? Ну и плевать. Ну ты, сирень черемуха. Ну иди. Иди сюда. Ну? Иди, иди. Не ходи, Вася, не ходи. Не хочешь, чудак? Так она же с ним... Так она же с ним...
Ты что сказал? Ты что сказал? Тихо. Тихо. Вася. Это правда? Эх ты! Что случилось? Идите. Понимаешь? Понимаешь? Раньше бригада. Да что бригада? Шахта тебя на руках носила. Опять же, Надюша. Ну что ты кидаешься? Что ты кидаешься? Кто ты теперь? Тьфу! Из-за кого? Из-за кого? Вон, смотри. Разлюбить такую девушку, да разве это возможно? Вот вы все шутите, а у меня может от этого, а у меня может вся жизнь от этого. Ну, покажи характер, покажи характер. Что, не узнаешь? Ну я, понимаешь, я, ты мне жизнь поломал. Я до тебя человеком был, понимаешь, человеком. Дурак, девушку обидел. А это зачем? Чей? Мой. А это? Да этого, как его? Цветущей фамилии. Брось дурить. Копейка будет. Слушай, ты. Кусошник. Меня здесь не поняли, и я ухожу. Ну, воровать. Да брось ты из себя строить. Можно? А, понимаю. Там, надо полагать, милиция. Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот что, кончай валять дурака. Нам нужны смелые и опытные ребята. Ты нужен. Дело трудное. А вы что же это? Куда собрались? А, да нет, так, к праздничку готовимся. Ты как, гладить будешь или так, перебьешься? Так это хорошая вещичка. Да. Тогда заканчивайте. Я подожду вас. Хорошо. Понял? Ни черта не понял.
Алешенька! Алешенька! Алешенька, любишь меня? Эх ты, Чижик, мне б твои заботы. Ну как? Жена управляющего. А может, уже министерша? Министерша. Выговор мне влепили. Родственничек. Я же ему под лицу жизнь спас. В люди вывел, а он... Не расстраивайся, Алеша. Пьяный. Тише. Да ну тебя, пьяный. Послушай, ты покормила бы рабочего человека. Мечта юности. Настукался, ешь. Фамилию хоть не позорь. Какую фамилию? То есть как это какую? Нет больше нашей фамилии. Вот он теперь хозяин, чумак. Дослужились, а мы с тобой хищники, грабители. Поздравляю. Кто это сказал? Сайгайда велел тебе кланяться. Ванька? Ванька. Министр. А, рыбешки. Митяй, ты погляди, какие рыбешки-то, а? Их. Рыбешки. Эш, академия. Но я вот этими руками в шахте каждый камушек перещупал. И знаю, чего можно, чего нельзя. Вот, гляди, что это? Ну, я слушать хочу. Вот, видел? Была и прогрессивная, и передовая. Была, в свое время и мы с тобой были. А ничего, а? Были. А, да ты еще в 30-м меня хищником обозвал. Особое мнение записал. Ну и записал. А когда ордена добавили, ты первый себе дырку-то проколол. И проколол. Проколол. Ванька Сагайда тоже хорош. Министром на этом деле стал. А теперь выходит железняк, хищник, вор. Эх, Митяй, и слушать-то тебя противно. Ну и уходи. Ну и уйду. Уходи, уходи. Ну и уйду. Ишь ты, на зятя набросился. Да может, лет через 100 нам люди за это дело спасибо скажут. Ты посмотрел, какой блок подготовили. Махина! Сагайду бы послушались, он человек образованный, знающий. Образованный! Я и до него доберусь. Подумаешь, министр, шахту хотите завалить? Не дам! Зелени железняков учить! Ну давай, давай, крой! Ну я ж говорила. Что говорила? Ты бы лучше приглядела за стариком, бульон ему сварила. Выпить чего-нибудь дала. Плохо ведь. Мужик помрет. Его еще и долг не добьешь. Ну, пока. До свидания. Почтение, Алексей Дмитриевич. Почтение. Ну вот что, пора кончать эту историю. Какую историю? Ты что же это, черт, тебя раздери. С планом садишься. Фу. Да будь трижды невадно, Алексей Дмитриевич. Сами понимаете, конец года. Но мне-то от этого не легче. Ну что ты упрямишься с этим блоком, объясни ты мне. Вы же сами видели, Алексей Дмитриевич. Порода крепкая, лес мы ему дали, блок спокойно неделю простоит. Да пойми ты, если чумаку удастся посадить всю эту махину, мы с тобой в два счета перевыполним весь план добычи рудника. Возможно, конечно. Но вы же знаете, конец года. Только покажи, что ты можешь. Тебя сначала похвалят, а потом начнут шкуру дать. Ведь нам же на будущий год припечатать такой план, что попробуй его перевыполнить. А не перевыполнишь, не получишь. Ну, Алексей Дмитриевич. Ну, ладно. Шутки шутками, а ты мне план не срывай. Выкрутимся, еще и премии получим. Выкрутимся.
Ну что? Предлагает ждать? Да нельзя ждать, Клим Петрович. Не можем. Смотрите, как давит. От чего бы это? Да, это впервые в моей практике. Вы знаете, можем потерять блок. Мы сами взорвем. М? Готов разделить с вами ответственность. Опять главный. Когда он только спит? Ему сейчас не до сна. Завалит блок, отвечать ему. А начальство запретило взрывать до ремонтного дня. С планом за парк. Слышь, играет. Такого еще никогда не было. А по мне хоть гром с ясного неба, лишь бы копейка была. Неужели душа не болит? Душа, много ты понимаешь, что такое душа. Почему я должен приносить пользу жизни, а не жизнь мне? Человек живет раз. А природа вечна. Я же все так думали, чертова твоя голова. Ты бы сегодня жрал сырое мясо, а стыд свой фиговый леском прикрывал бы. Живешь на свет ни себе, ни людям. Только черт от тебя. Ладно, ладно. Сами идейные. Верно, Сеня. Работа полегче, а рубль позвончее. Знаем эти идеи. А родители твои где? А я почем знаю? Барани масол ему родить. Да вот она! Дай сюда, не трожь! Родственники! Вы пропадаете в этой стене! Ты что? Что? Что ты? Ты гад! Управляющего. Управляющего! Да что вы мне здесь панику порите? Сквозняком кому-то задуло корбитку, а тебе уже кажется, что камера валится. Выдержки у вас нет, товарищ Горняк. Копьёж. Сильный копьёж. В таком случае ответственность беру на себя. Поводи людей. Людей, поводи! Жизнь горняка так же трудна и сурова, как жизнь моряка, летчика. Поэтому мы, женщины, должны украшать его жизнь. Вот ты уйдешь из шахты? А я никуда не уйду. Пусть даже... Ты что? Не любит он меня. Не верит. Неправда. Василь любит тебя. Просто в жизни это всегда так трудно начинается. И у вас трудно было. Угу. И отчего это мужчины такие непонятливые бывают? Беги, Вася. Нет, я без вас не пойду. Уходи, тебе говорят. Да? Чего тебе? Палантин? Деньги? Из премии. Ну, конечно. У всех начальников жены как жены. Это будто нищенка. Петр? До каких пор будете с ним возиться?
Слушай, Алексей. Алло, алло. Опять там что-то случилось. Алексей звонил расстроенный, слов не выговорит. Все это Петр. Дай мне костюм. Да куда вам лежать надо? Костюм, говорю, дай. Господи, вечно тревоги, спешки. А жить когда? Ну, быстрее, быстрее. Не велено никого пускать, не велено, говорю. Да ты с кем говоришь? Знаю, отец управляющий. Отец, эх ты! Уступись! Да не велено! Уступись, говорю! Не велено! Отпустила немного. Кто приказал прекратить работы? Я тебя спрашиваю. Я. Что ты мне здесь панику сеешь? Партизанить? Выгоню, как мальчишку. Прекратить зарядку. Я никому не позволю план срывать. Да ведь копер в камере, Алексей Дмитриевич. Разберитесь сами. Да я здесь сам был третьего дня. Этот блок 100 лет простоит. За это дело отвечаю я. А кто ты? Сынки, погоди. Дай-ка сюда. Она заслепила тебе очи. Ну-ка покажи, где у тебя давит. Трус несчастный. Идемте, я покажу. Без тебя разберусь. Крепить надо было лучше. Массив, он живой. Чует где слабинка? Туда и жмет. Целик выбран. Привычки путал, узнаю. И за счет чего он там ты выполнял, сукин сын. Вася! У! Взрывать! Немедленно взрывать! Иначе все пропадет! Вася! Иди, скажи, на труп! Пусть рвет! Иди, Вася! Скоро, сынок, скоро.
Если будет сын, назовем его Митяй. Все рассчитано. Очень грамотно. Черт тебя знает, не понимаю, что. А? Ну-ка, маленький, что там? Слушай, ведь такой опоры, как этот целик, поискать надо. Почему он не выдержал, а? Я же говорю, объяснение одно. Чумак в спешке его не закрепил. Горное давление, ну, он и пополз. А если бы мы ему тогда разрешили взорвать, руда бы осела сюда, ничего бы не произошло? Возможно. Но даже если это так, где документ? Какой документ? Что мы запрещали взрывать. Слушай, ты путала. Неужели ж тебе хватит совести отказаться? Хм. Алексей Дмитриевич, я человек маленький, но вы... Ты за кого меня принимаешь? А ну, пошел вон. Что? Пошел вон, я говорю! Да нет, нет, вы меня не так поняли, я же не отказываюсь. Кто виноват, разберутся. Но что делать с этим? Затрачены миллионы рублей. Не вы, так кто-нибудь. Государственное дело. Комиссия. Немедленно комиссия. Разбирайтесь сами. Комиссия? Да какие тут комиссии? Что? Ага. Понятно. Комиссия. Я ответственности не боюсь. Виноват, пускай судят. Но сейчас, может быть, из-за моей ошибки, из-за какой-нибудь случайности могут похоронить весь метод. Я пойду сейчас к ним и скажу. Ну, что ты им скажешь? Я тоже в комиссии. А знаешь что? Ступай к ученым, в исследовательские институты, проверь все расчеты, ну, докажи, что прав. Ну, ежели виноват, ответим. Но вы-то, Иван Лукич, ступай. Вместе заваривали, вместе расхлебывать будем. Эх, батя, батя, как же это, а? Нет, поймите меня, я не о себе. Но ведь Алексей Дмитриевич готов себя под удар поставить. Ну что ж, в таких случаях всегда отвечает руководитель. А вот вы за собой не чувствуете вины? Я? Нет, ну мы, конечно, все виноваты. Все. Нужно было сразу раскусить этого авантюриста. Что я мог сделать? Он... Родственник Железняка. Он даже вас ввел в заблуждение. Ведь это была авантюра. Самая настоящая авантюра. Мне трудно об этом говорить, но так велит мне совесть. Совесть? Железняк. Да.
А я предлагаю работать, восстанавливать шахту. И помни, что это вопрос не только твоей биографии. Вот видите? Уж сколько времени прошло. Петр звонил из области. В институте требует твое заключение о причинах аварии. Ты эти бумаги ему подписал? Подписал. Что же теперь делать, Алексей? Что ты меня спрашиваешь? Откуда я знаю? Ну что это за размеры? Да это котят возит. Ну какой же, ну мальчик? Такой, ну как вы сказали, ребят, какой? Ну да, вот. Чем словом, горняк. Вот-вот. Ну может быть эту? О, это подходящий. Горнянская. Вот это как раз. Да. 340 рублей. Ого! А еще дайте нам вот... Вот там вот... Нет-нет, рядышком стоит, вот это... Да гуся! Ну да. На, заплати! Вот, пожалуйста. Сейчас посмотрим, какой у чумака сын. Говорят, через деда Митяем назвали. Да. Выходит, горе, радость, они рядом. Только я считаю, должны разобраться. Инженерное дело, оно такое. Чуть что не додумал, держи ответ. Что держать? Это метод-то правильный. Слышишь, что на шахте делается? Внедрять будем? Оно-то так. Да выйдет ли что-нибудь из этой затеи? А как же не выйдет? Обязательно выйдет. Антей! Я говорю. Целик? Угу. Обал, говоришь? Брони тебя Бог. Ты что? Да нет так. Ничего. Давай!
Действуй! А кого? Видишь? На кого он нажимает? Никого! Очнемся! Тебя Пантелей Васильевич. Морду мне надо бить, Корней Силыч, а не целовать. Что ты плетешь? Это же я выхватил Целик тогда. Путало приказал. С вами, Алексей Дмитриевич, я могу горы своротить. Своротить? Вот наворотить, это мы с тобой можем. Я не понимаю, что вы себя казните? Ведь комиссия-то вас не винит. Месяц копались, ни черта установить не могут. Впереди кирки мрак. Вот тебе и весь ответ. Ну ничего, жизнь покажет, кто прав, кто виноват. За победу. За вашу победу. За победу? Ну что ж, мы ведь тоже немало труда вложили в это дело. Дни за днями катятся, сердце лаской тратится, обрывая тоненькую нить. Пусть туманка лыжется, пусть гитара... Ну, кто там еще? О, Силыч, Пантей! Ну, заходи, старик, заходи, там никто у меня не был-то. Ну, здорово! Так вот ты какой! Я же тебя подлеца за место матери нянчил! С отцом твоим каторгу вынес! Ты что? Революцию делал! Ради того, чтобы ты человеком жил! А ты... Бей его, Пантей, бей! Вышибай, дурь, из башты! Эх! За что? За что? За что чумак из-за тебя страдает? Эх, Алешка,
как же ты посмел, Целик? Целик? Я? Я выходил. Ты? Ты? Да ты понимаешь? Он приказал. Алексей! Уйди! Как же ты посмел, подлец! Алеша! Уйди! Целик выхватить! Но ведь план! Что? Вы же сами сказали! Что я тебе говорил? Ты же шахту завалил! Ты понимаешь, что ты моего отца убил? Да тебя, гада, за это расстрелять мало! Ах, вот оно что! Когда я тебе славу раздувал, премии гнал, так хорош был. А теперь руки умыть хочешь? Не выйдет. Какой же ты подлец, да я тебя! Вон! Тихо! Вон! Не выйдет! Вон! Ты куда? Тебе. Что? Худо. А ну-ка садись. Опять самосвал. Хоть бы дядя Леша проехал. Мама, ну когда же папа приедет? Скоро, сынок, скоро. У него ответственная командировка. Хлеб, соль, да овощи всего. Ура! Ну-ка, выбирай покрупнее, вот так вот. Вот, старуха навязала ребятишкам говорить. Спасибо. Зачем? Я ведь уже работаю. Зачем, зачем? Тебе идти покупать надо. А у нас все свое. Спасибо. Петр пишет. Ага. Вот. Я никак не могу докопаться до причины аварии. С товарищами еще раз проверяли расчеты. И все время убеждаемся в их правильности. Порой у меня появляются догадки. Но я гоню эти мысли, и мне становится стыдно за себя, что я так сомневаюсь в людях. Что бы там ни было, я целиком верю в будущее нашего метода. Пишу с вокзала, еду в Киев. Молодец. А это опять надолго? Теперь уж скоро. Скоро, дочка. Здравствуй, Дмитрий Чумак. Митяй. Федор Павлович! Ну,
вы-то что здесь? Что? Пойдемте. Внедряя вашу систему, вот строим обогатительные фабрики. Да что фабрики? Комбинаты! Вот. Глядите. Внимание, товарищи! Тишину прошу. Я прошу тишину. Подготовиться Петру Чумаку. Нервничайте, Петр Павлович. Немножко. Ничего, я вас поддержу. Надо разделаться с этим самодуром. У меня такие материалы. Слушайте вы, хватит. Вась, что ты верчишься, как на иголках? Партийное собрание идет. Слово предоставляется... Давай, Петр. Мне необыкновенно трудно говорить, потому что сегодня решается судьба и в результате Алексей Железняк утратил чувство партийной ответственности и пошел на поводу у проходимца. Да-да, Алексей, у проходимца путало. И самое горькое для меня, что это именно ты, Алексей Железняк. Надо! Бросить? Все равно помру! Не умрешь! Умрешь! Жить будешь! Жить! И все-таки я считаю... Я считаю, что он заслуживает самого сурового осуждения. Слово предоставляется. Кто за? Вопрос с Железняком ясен. Ну а дело бывшего начальника шахты Путала партийное бюро рекомендует передать в суд. В этом платье? Ну, какой мокрый. Почему мрачный? Ну, улыбнись!
хочешь, я тебя поцелую. Меня исключили из партии. Тебя? Восстановится. Постой. Тебя же снимут с работы. Уже. О чем ты раньше думал? У тебя дом, семья. Как же мы жить будем? Семья? А у меня нет семьи. А я как же? Ты. Куда ты? Она наша. Идем. Смена начинается в 6.